Вот это вот наша собачка Люсечка, которая появилась у нас неделю назад, после того, как мы стерилизовали. Вот, пожалуйста, посмотрите, Марисе, иди сюда, Марисечка, иди ко мне. Иди, на, иди вот. Иди, моя родочка, иди сюда, на. Вот эту собачку, которая приблизилась к нам во двор зимой, совсем маленькая, несчастная, обдертая. Вот мы ее обратили в центр стерилизации, отдали ее туда. Вот посмотрите, какая красавица, нам ее вернули. Уже с клипсой, она безопасна, она с прививками, она совершенно не агрессивная. Она собака-улыбака, она, видите, улыбается страшно. Все. Ровно через неделю она привела свою сестру к нам сюда. Смотрите, наш подъезд, мы сделали такую маленькую будочку для нее, потому что было очень холодно, дождь. Люсенька, моя дорогая, не переживай, все будет в порядке, мы тебе делаем только лучше, все будет прекрасно, наша девочка. Люся появилась у нас неожиданно. Она ее привела, вот ее сестра, наверное, мы так думаем, подружка или сестра Марыська, которую мы опекали и стерилизовали. В общем-то, поэтому Люся вот пришла сюда, и теперь нам приходится тоже ее опекать и заниматься ее стерилизацией, потому что мы понимаем, что если вдруг у нее наступит период взросления и, как это правильно сказать, ну, течки у собаки, да, то наш двор, конечно, захлебнется от количества больших собак, кобелей и всего прочего. Поэтому мы, если кто-то очень стремительно пытается идти в Европу, то мы уже стараемся жить по-европейски. Доброго дня! Доброго дня! Що тут це у вас? Як справи? Що за собачка? 6 утра ми вже собачку, ви дивіться, ночі її ловили, щоб ви за неї не бігали по всьому двору. Люся її зовуть. Нельзя сидеть. Замочка. Я так розумію, жіноча? Да, дівчина. І садиться на смотрительний стол. Во время осмотра, ну, мы сейчас ищем, чтобы не было клещей, потому что сезон клещей у собак.
зовут Тимур, я являюсь кинологом Центра обращения животных города Кривой Рог. Занимаюсь выгулом собак, адаптацией и тем, как собаки, которые почему-то агрессивные. Вот так вот, например, вывел собаку, собака молодая, активная, идет на контакт. Собака поступила, собаку провакцинировали, она пробыла карантин, простерилизована, обработана от блох, клещей. Собака полностью здорова, собака психически уравновешенная и адекватна. Стараемся найти всем собакам семью, ей конкретно можно любую семью, там где есть дети, так как она молодая, со всеми будет ходить общий язык. Если собака будет заниматься, так будет чудесный компаньон, чудесный охранник. Кожен мріє про свій дім. Ці собаки – не виключення. Подаруй їм довгоочікувану родину. Звертайся за номером, який бачиш на екрані.